Добрый день, дорогие ребята старших курсов! Поздравляю вас с Днем Знаний! Сегодня знаменательный день для каждого из нас, ведь именно сегодня мы вместе с вами начинаем новую страничку нашей истории под названием «Институт детства». Институт детства – это новое структурное подразделение в университете, куда будет входить факультет дошкольного и начального образования и факультет культуры и искусств. Вы спросите, почему? Потому что Министерство просвещения, являясь нашим учредителем, ставит перед педагогическими вузами задачу консолидации ресурсов при подготовке будущих педагогов и максимальное приближение к реальной жизни школы, детского сада, учреждений дополнительного образования. Данное слияние позволит повысить степень вашего участия в воспитании, образовании, социализации дошкольников и школьников под руководством педагогического коллектива вуза и института. Такие преобразования открывают для нас с вами новые горизонты, которые позволят участвовать в разных проектах в рамках национального проекта образования, президентской программы «Десятилетие детства в Российской Федерации», а также позволят создать условия для запуска новых актуальных программ обучения будущих педагогов и педагогов-практиков. Ведь только вместе, только объединяя свои ресурсы и возможности, мы сможем воспитать социально ответственную и гармонично развитую личность. Дорогие ребята, желаю вам интересного учебного года, успехов, здоровья, новых профессиональных свершений и радости от ваших достижений. До новых встреч, ребята!